преддверии Дня Победы к памятнику летчикам-героям Алсиба возложили цветы. В годы Великой Отечественной войны из Аляски в Сибирь солдаты перегоняли около 8 тысяч боевых самолетов почти вслепую, без современных приборов навигации. Маршрут пролегал и через Колыму. С 42 по 45 год самолеты из Аляски летели через Симчан, а Магадан и Берелех были запасными аэродромами. Памятник стал очень знаковым местом для жителей города Магадана, и мне очень было приятно, что Союз художников России представил наш памятник на государственную премию. Я думаю, что это заслуга всех, кто участвовал в его создании. Кстати говоря, вот здесь сегодня ветераны войны есть, которые личные средства пожертвовали в Фонд социального партнерства города за счет средств, которого строился этот памятник. Поэтому мы будем хранить эту страницу истории очень бережно. Открыли мемориал летчикам-героям Алсиба в год 75-летия Великой Победы. Основная идея – увековечить память о советско-американской дружбе в те годы. Также в канун Дня Победы цветы возложили на аллее ветеранов на Марчиканском кладбище. В церемонии памяти приняли участие первые лица города и области. Кроме того, кладбище посетили ветераны, жители и гости города.